Папа! Ой! Не, я сейчас брошу эту лопату. Погоди, сейчас найдем. Честно говоря, я так и не понимаю, зачем это нужно. О, вот это хорошее место. Ёжик, это нужно не нам. Это нужно тем, кто откопает нашу коробку лет через 100 или через 1 000 000. Дай-ка, они изучат нашу жизнь и сделают выводы. Ёжик думал, что я испугаюсь остаться ночью на маяке. Откуда ты знаешь, что я тогда думал? Я тебе ничего такого не говорил. И на маяке ты так и не остался. С моей точки зрения остался. Хочешь, напиши свою. Эти фантазии не имеют никакого смысла. Из них невозможно сделать никаких выводов. А, только тогда что-то не имеет смысла, когда никто никакой смысл в это что-то не вкладывает. А то, что смыслов много, это не беда. Это же лучше, чем их вообще не будет. Вот для кого-то этот песок просто песок, а для кого-то хранитель его послания потомкам. Ты куда-то проваливаешься. Согласен, я копнул слишком глубоко. Но за всю морковь на свете я не променяю свою убежденность, что живу в мире, наполненном смыслом. Я про песок говорю. Куда это мы провалились? Понятия не имею. Какая-то пещера. Слышишь? Что? Какое-то шипение. Там! Классный светильник. Только непонятно, на чем он работает. На батарейках, наверное. Щелки-голки. Это же динозавр. Надо как-то отсюда выбираться. Я это чудо здесь не оставлю! Взяли!
Нюша. Нюша, я давно хотел тебе сказать, что... Хоть молчу я, как карась, но над бездной, на краю, повторю 100 000 раз. Нюша, я тебя... Держи! Какого рожна вам здесь надо? Очко засчитано! Ты что? Волан ушел в аут! Очко засчитано. А у нас тут вот чего! Аккуратнее! Ставим! Так это же этот... Господи, ну как его... Да-да-да! Телевизор. Друг мой любезный, куда вы дели паяльник? Да я его уже 3 года как не видел. А что? А если он заработает, мы сможем смотреть, что творится во всем мире? Видеть всякие интересные события, выдающихся личностей, да? Конечно. Только было, я ж починил его. Только бы починил. А то я уже все журналы перечитала по нескольку раз. Но чувствую, что мои знания об этом мире еще не полные. Так, у нас есть приемник информации в виде электромагнитных волн. Какие интересные схемки. Хватит уже меня торожить. Девочек. Что-то страшновато. Готово. Забыл. Вы еще не соскучились? А мы возвращаемся к нашему герою! В любой беде поможет всем. Люсьен, Люсьен, поднимет слабого с колен. Люсьен, Люсьен, синяя маска Люсьена. Синяя маска Люсьена. Люсьен, Люсьен, Люсьен. Люсьен, 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 Люсьен. Люсьен. Я иду в магазин, чтобы купить себе новый шампунь, который зовут, как и меня, Люсьен. Шампунь Люсьен. Позвоните сейчас по этому телефону и получите скидку. Когда идешь в магазин, то не ждешь ничего необычного. А мы-то знаем, что доктор Калигари и его злодеи не дремлют. Подгузники Люсьен всегда сухо, как бы вас ни мочили. Ух ты! Дон Герой! Настоящий джентльмен! Тут Люсьен, парень не промах. Абы кто в телевизор не попадает. На этот раз обошлось без доктора Калигари. Хотя, как знать, пожары — это вполне в его стиле. Люсьен, ты в ловушке. Этот пожар был частью моего гениального плана. Убейте его.
Загадки личности. Почему они хотят его убить? Он же такой хороший. Я их тоже не понимаю. Это враги. Жизнь Люсьена. Съемки с места событий. Каждый день. 24 часа. Иду в магазин. Убей его! Люсьен, я чувствую, как меня покидает жизнь. Ты должна жить, Мария. Это я виноват, что не успел вовремя. Нет, Люсьен, ты не должен винить себя. Ты сделал все, что мог, даже больше. Берегись, Калигари и его людей. Их очень много. А? Мария? Мария! Мария! Я так больше не могу. Я так больше не могу. Мне стыдно. Мне ужасно стыдно. Я не знаю, что произошло, но очевидно, что мир в опасности. Ему угрожают бесчисленные, тупые, но очень хитрые злодеи, которыми движут непонятные и абсурдные цели. А я, старый пень, наслаждаюсь здесь жизнью без всяких врагов и в ус не дую, когда за меня остатки хороших людей противостоят полчищам негодяев. О, можно, конечно, и дальше так жить и думать, что без меня обойдутся, но я так больше не могу. Некрасиво все это. Хорошие люди должны держаться вместе, иначе эти плохие Калигари нас перебьют поодиночке, как Марию. Точно. Возможно, весь смысл нашего здесь нахождения был в том, чтобы со свежими силами вступить в борьбу в самый важный момент. Нужно найти Люсьена. Так откуда, ты говоришь, идет сигнал? С моря. Да вы что, совсем что ли сбрендели? Веселее, веселее, ребята! Молодцы! Майна! Ой, то есть Вира! Друг мой, а куда идти? Я практически ничего не вижу. Давай на меня! Лося, давай сюда его! Сухой корм, Люсьен! Быстро и сытно! Берегись, Калигари! Ну где ты там? Для меня работа с Люсьеном – это в первую очередь огромная честь. Люсьен вдохновляет меня. Учит всегда поступать храбро и честно. Я горжусь, что знаком с единственным настоящим героем нашего времени. Пока я не узнал, что ты остаешься, я просто не знал, что мне делать. Но теперь я могу быть спокоен за маяк. Пожалуйста, не забывай его включать на ночь. Куда вы поплывете? На плоту, в море. Вас смоет первая же волна. Я знал, вы все сумасшедшие, но не до такой же степени. Когда у тебя благородная цель, тебе все помогает. И море, и небо. Все. Ты что, не видел, как Люсьен 3 дня назад в одиночку переплыл океан? Еще отстреливаться приходилось. Вы сошли с ума. Я убью! Убью этого Люсьена! Держите! Смущите! Это все не я!
понимаешь, там идет борьба. Зачем ты это сюда поставил? Умоляю. Все на борт! Скажи, Люсьен, мы увидимся когда-нибудь? Конечно. Когда? Не знаю, 10-20 лет спустя. Спасибо за помощь. Я никогда вас не забуду. Ёлки-иголки, 20 лет. Бараш, а как же маяк? Я его включил и поплыл за вами. Думал, что вы к вечеру образумитесь, и мы по его свету сможем найти дорогу домой. Но вы плыли так быстро и заплыли так далеко, что света его уже и не видно. Хорошо еще, что телевизор в темноте светился. А вот как мы вернемся домой, я уже и не знаю. Домой мы вернемся только с победой. На-ка, примерь. Да. Мой самый коварный и самый гениальный план. И на этот раз Люсьену не уйти. Пора бы нас уже спасать. Сейчас или никогда? Что? Я говорю, что сейчас или никогда. Ничего не слышу. Я сейчас тебе скажу.
Гонки, гонки. Мы приплыли. Мы приплыли! Скажите, а почему это вы нас держите в заперти? А потому что никому в этом городе непонятно, кто вы, откуда, зачем сюда приплыли и с какими болезнями. Здесь своих клоунов хватает. А зачем это вы лица повязками закрыли? Думаете, мы потом вас по глазам не узнаем? То, что они не работают на Калигари и типа хорошие, вранье, рассчитанное на дурачков. Хорошие хороших не арестовывают. Да, сразу было понятно, что это засада. Без Люсьена нам отсюда не выбраться. Кто-то должен пробраться к нему и сообщить о нашем прибытии. Кто пойдет? Ну, конечно. Кому еще так может повезти? А это чья? Ёжик! Ёжик! Далеко, там за облаком, там за облаком твой остался дом. Из окна твоего в доме том не погашен свет, не погашен свет, но тебя там нет. Ниточка из окна твоего. Чтобы ты посреди дорог не пропал совсем и вернуться смог. Тянется ниточка тонкая, ниточка из окна.
твоего. Простите, вы не подскажете, куда обычно первым делом отправляются все приезжие? Куда-куда? В музей. Большое спасибо. Зачем здесь сидеть? Музей только утром открывается. Иди, иди, иди. Куда? Как куда? Домой? Мой дом далеко отсюда. А здесь домом я еще не обзавелся. Холодно? Голодный, да? Меня звать Пин. Хуже всего, когда он на ровной поверхности и нет ветра. Тогда он разбегается и создавает подъемную силу сильными махами. Воздух обтекает передний край крыла и его выпуклую верхнюю поверхность, ускоряет свое движение и создавает таким образом пониженное давление. Это разница давлений над крылом и под ним и создает подъемную силу. Он взбивается вверх и летает, летает, летает. А потом они вымирают. Упал метеорит, и все. Капут. Все умирают. А может, они от телевизоров вымерли? Какой телевизор? У них даже электричества не было. Ну, телевизор. На батарейках. Хе-хе, какой батарейка? Зачем тебе батарейка, если ты летать уметь? Это нам с тобой нужно. Батарейка, телевизор, электричество. А если ты можешь взять и полететь, тебе вообще ничего не нужно. Ты свободный. Здесь я живу. Можно сказать, мой дом. Ну, пока нет настоящего. Смотри. Все сам придумал. Ну а кто? Тиродактиль, что ли? Ложись спать. Ночью твои друзья все равно не будут приходить. А ты где? Я никогда не спать. Не умею. Поэтому и работать здесь сторожем. Так иногда лежу, книжку про всякую механику читаю. Ты, Пин, такой же хороший, как Люсьен. Только боюсь, что ты мне, как и все остальное, только снишься. Я сейчас проснусь дома, а там уже Крош на крыльце и другие. Очередное дерзкое ограбление совершено сегодня. В то время, когда Люсьен в своем знаменитом телешоу борется со злом, грабители творят это самое зло в реальной жизни. Потерпевшие в шоке. Эти драгоценности мне подарила моя мама. Куда ты смотрел, верблюд? Я смотрел шоу Люсьена, женщина. Далее в нашей программе интриги, расследования и прогноз погоды. Я не могу. Идет. Всем приготовиться. Но кто
хочет всем доказать, что он не заразный. Yes. Ну что, готов? Денчик. Да. Нет. Да. Да. Тупик. А я гулял по городу, мне было хорошо. Но тут неожиданно дождик пошел. И я решил расстроиться, но мне успокоиться помог прохожий, вот и хорошо. Спасибо тебе, прохожий. Нет. Спасибо тебе, прохожий. Но кто же ты, кто же ты, кто же ты, кто же? Спасибо тебе, прохожий. Спасибо тебе, прохожий. Я шел по темной улице без видимых причин, и тут повстречались мне двое мужчин. И я решил расстроиться, но мне успокоиться помог прохожий. Люсьен! 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 Кто же ты? Кто же ты? Кто же ты? Кто же? Стой! Не уйдешь! Это тебе забора! Ай, нарисал ты в добре, анхану нам добрикал, бимуса ты вали, а не хуна. Здесь! Вроде здесь. Пропуск! Стой! Пропуск! Стой, тебе говорят! Пропуск! Куда? Спасибо тебе, прохожий! Спасибо тебе, прохожий! Но кто же ты? Кто же ты? Кто же ты? Кто же? Спасибо тебе, прохожий. Спасибо тебе, прохожий. А кто же ты? Кто же ты? Кто же ты? Кто же? Кто же ты? 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 Кто же? Ну, контракт. Вот. Что у него с личной жизнью? Да ничего. Его долги. Он купил большой дом в центре и еще не расплатился. Он наш. Люсьен, выручай! Нам нужна твоя помощь! Погоди, приятель, сейчас здесь будет серьезная буча. Можешь на меня рассчитывать. Что это за домик трех поросят? Где декорации тайного логова Калигарий? А я изменил сюжет. Никаких больше драк, стрельб и погонь. Люсьен возвращается к себе домой. Заводит семью, возится в огороде. В моем возрасте уже не солидно прыгать и бегать, как полоумному. Верно. Прыгать и бегать, говоришь? Да за тебя здесь все делают каскадеры. Ты, кроме как улыбаться и корчить героические рожи, вообще ничего не умеешь. Быстро поменять декорации и снимаем драку в логове Калигарии. Я Люсьен, и без меня здесь ничего не будет. Ты никто, Копатыч. Картонный актеришка, когда-то неплохо дрыгавшийся в стиле диско. Ты пришел из тьмы и солнца не узнал. Так пусть же ветры соберут все грозовые тучи и вспышки молний, а осветят твою оплошность.
Завтра вы прибежите ко мне домой. Тебе захотелось домой? Пожалуйста. Только имею в виду, у тебя больше нет дома! Твой дом мы продаем за долги и срыв проекта! Контракт надо было внимательно читать! У тебя теперь нет ни дома, ни машины, ни сбережений, ни пенсии. Ну даже отдав все это, ты еще будешь должен нам столько, что за всю жизнь не расплатишься. У тебя теперь нет ни имени, ни репутации. И тебя никто никогда никуда не возьмет. Я лично прослежу за этим. Так, поехали, поехали! Время, деньги, что стоим? Шоу должно продолжаться! Хорошо, долой заботы, пусть дела летят кувырком. В голове четыре ноты, ступи-ду-би-ду-би-ду-бом. Хорошо, что легкий дождик. А я иду в магазин, да, чтобы купить себе новый шампунь, который зовут, как и меня, Жульен. Да, кругом голова, да, не нужны слова мне. А этот второй хорошо говорил про ветры, солнце, тучи и грозы. Попробуйте его диктором на прогноз погоды. Хорошо не торопиться, все само случится потом. Стоп. Ну а если не случится. Хорошо, не вешай носа, не ходи с нахмуренным лбом. Да-да. Есть ответ на все вопросы. Да, кругом голова. У меня есть для вас интересное предложение. Есть ко мне. Люсьен! Папус ульяма дай мою шабьях иду я лахар. Инна халуащи фаха за засмах. Ну чего стоим? А, амалу, я мачалу риджа. Люсьен. Айнаин маймак. Абаз бази ириса люсен. Абаз бизи хра риса люсен. Алавра бал бухур аль бал люсен. Антали Раши. Да, они сказали нам, что приехали к вам. Подпишите вот здесь, и все формальности будут улажены. Ступи-ду-би-ду-би-ду-бом! Это клей-то срывает. Вы кто? Непобедимая команда Люсьена! Люсьена больше нет. Как нам теперь тебя называть? Никак. Ha ha ha.
Да чего вам от меня нужно? Как? Я не даю сегодня автографов. Мне из-за этого клуб фанатов Люсьена закрыт. Оставьте меня в покое, вас еще не хватало. Так, запомните, раз и навсегда. Здесь вместе не бывает. Здесь каждый сам за себя. Вы приехали бороться, вот и боритесь. Каждый сам за себя. Все, детский сад закончился. Началась взрослая жизнь. Минуточку. Слушай, успокойся. Делай, что тебе говорят. Ты что, не понимаешь, что это проверка? Ты что, думаешь, он борцов за добро и справедливость с улицы набирает? Мы же ему как снег на голову свалились. Он к нам присматривается. Почти везде люди Каллигари. Приходится работать в подполье. Копатыч! Здорово. Ну что, так и не нашли своего ежика? Каждый день ищем. Я-то вообще уже весь город вдоль и поперек избегал. Нигде нет. Может, он тоже в подполье ушел? Ты случайно там не знаешь? Ой, нет. А? Да, кстати! Класс! Вот это я понимаю. Вождь! А может, ты просто их не заметил? Нет, и сегодня никого не было. О, значит, завтра придут. Крош, Карыч, это вы? Здравствуйте. Здрасте. Добрый вечер. А вы кто? А ты кто такой? Я тут, собственно, никто. Днем жду друзей, а ночью Пин пускает меня переночевать. Он здесь сторож. Ой, вы никому не скажете, а то ему, может, влететь из-за меня. Нет. Не скажем. Зуб даю его. Вы тоже работаете ночью? Да, обычно ночью. Ага. На реставрацию забираете, да? На реставрацию, да. А эти что не берете? Что ж, мы дураки, что ли? Я наш под сигнализацией. Ну, если ты нам поможешь, мы тут все отреставрируем. Приятно было познакомиться. Если будешь ночевать в городском банке, дай знать. Там большой старинный сейф. Мы его давно хотим отреставрировать. Чао, батя! Бывай!
напарник. Ёжик, а ты зачем открывать дверь? Ой. Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Медленно поднимите руки вверх. Доброе утро. Сегодня нас ожидает еще хорошая солнечная погода с переменной облачностью, ветер умеренный, временами порывистый, Ой! Да что же это такое-то? Вроде цело. Ну где этот баран? 3 минуты до эфира! Иду! Иду! Зашли. Да. Нюша, включай телевизор и смотри прогноз погоды. Так. И новости с нашего патрульного дирижабля. Как вы видели, наверху сильный ветер. И самое время узнать прогноз погоды на сегодня. Доброе утро, Бараш. Доброе утро. Сегодня нас ожидает еще хорошая солнечная погода с переменной облачностью. Ветер умеренный, временами порывистый. И хотя с моря на нас движется циклон, это не помешает мне сказать то, что я давно тебе собирался сказать, Нюша. А сказать, Нюша, я тебе собирался то, что я уже очень давно тебя... Вечером сторож музея и его подельники... Банда грабителей, долгое время терроризирующая город, наконец освобождена. Этот раз грабителям не удалось скрыться. Что вы думаете по поводу этого события? Это преступная безнравственность. Суд будет скорым, но справедливым. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Что вы от меня хотите? Чтобы я пошел и взорвал тюрьму? Но нам без вас не справиться. Да я-то здесь при чем? Кто вы вообще такие, чтобы ради вас я ставил на карту крохотные остатки своей спокойной, размеренной жизни, в которой все еще случаются маленькие житейские радости? Ты же наш лидер! И учитель в борьбе за добро и справедливость. Для нашего дела ежик будет полезней на свободе. Очевидно, что это происки каллигари. Он испугался, что ты теперь не один. И хорошие начинают объединяться. Вот и решил расправляться с нами поодиночке. Каллигари – это выдуманный персонаж. Его на самом деле нет, как и Люсьена. Их придумали, чтобы было проще. Один плохой, и все, что с нами в жизни бывает плохо, валим на него. То есть он во всем виноват. А другой хороший, чтобы у нас была надежда, что когда станет совсем плохо, он придет, как и у кино, и поможет. Ну, чего тут непонятного? Так мы про то и толкуем, что совсем плохо. Ёжика надо выручать. Вам же ненормальным объясняют,
что у него такая профессия – играть роли. И он не отвечает за то, что мы там себе напридумывали. Это как театр. Как театр? Ну что, все? Все понарошку? И Люсьена нет совсем? Нигде? И никто не придет на помощь. Никто. Пошли, ребята. До свидания. Спасибо, что объяснил им. Не лезь ко мне. Той посуды не нашлось. В любой беде поможет всем Люсьен. Люсьен. По моим сведениям, ежик где-то там. Ну и... Сейчас по одному перелезаем через ворота. Ясно? Ясно. А потом что? Хороший вопрос. А вы когда-нибудь слышали такое слово? План. Да, кстати, а у нас вообще есть какой-нибудь план действий или тактика? Ай, план. Нет у нас никакого плана. А где нам его взять? Есть один спец. По темным делишкам. А хорошо у тебя здесь. Слушай, ты все-таки в следующий раз меня пожалей. Заранее предупреди, что придешь. А то ведь я старый стал, нервный. Я, кстати, узнал о твоем ежике. Влип он очень серьезно. Ему и еще одному кадру шьют организацию ограбления. Есть вариант, что его могут признать невменяемым, потому что он такое несет. Добро, зло, мир, друзья, Люсьен, Каллигари. Меня, кстати, вызывали из-за него. За твоей дверью еще шестеро. Таких же. Засада! Что? Каллигари! Слушай, во что ты меня впутываешь? Это невозможно. Мы никогда не делали этого по-настоящему. Это авантюра! Ты всю жизнь играешь авантюристов, тебе не привыкать. Ты за свой актерский век разработал 1000 злобных хитроумных планов. Сделай это хоть раз, по-настоящему. И для доброго дела. По-настоящему. А, дружище? Так, план здания, канализации, схема разводов и постов. Кто-нибудь понимает в электрике? Я. Проводка, свет и сигнализация. Смотрите у меня. Когда дело касается плана, мелочей не бывает. Каждый должен знать посекундно, что он будет делать. Никаких сюрпризов! Иначе все пойдет на смарку. Я придумал 1000 грандиозных планов, и все они рушились из-за какой-то ерунды. Ага, а еще из-за того, что ты любил поговорить, прежде чем нажать на смертоносную кнопочку. Запомните, господа, важно все, даже погода. Какой у нас прогноз на четверг?
Штормовое предупреждение, сэр. Отлично. Буря заметет следы. Билеты на вечерний поезд я уже купил. Поедете как короли в мягком вагоне. Тормози, тормози. Спасибо. Вы что на себя напялили? Я же сказал, все черное. Черное же носит злодей. Да все будет хорошо. Я верю. Жизнь твоя, дружок, была похожа на поезд, идущий спокойно в депо. Все тихо, все мирно, все гладко. Теперь она больше похожа на кем-то, снятое дурное кино. Все дымно, все странно, и словно в тоннеле темно. Теперь ты герой. Давай, давай. Нормальный герой. И сны тебе снятся. Ты главный герой. Yes. Но внутренний голос твердит и твердит, какой ты герой. Ну сам посуди, герой. Он какой-то другой. А ты новые знакомые вокруг напевают, как же тебе повезло. Все тихо, все мирно, все гладко. И только старый друг грустит, наливая горькую воду в стекло. Все дымно, все странно, и словно в тоннеле темно. Теперь ты герой, нормальный герой. И сны тебе снятся, ты главный герой. Но внутренний голос твердит и твердит, какой ты герой. Ну сам посуди, герой, он какой-то другой. Отстаем. Минус 7 секунд от графика.
тут провода другого цвета, не такого, как на схеме. Я не знаю, какой резать. Минус 20 секунд. Пусть будет этот. И этот. На всякий случай. Ёжик! Начальник! Я больше не буду! Ёжик! Ёжик! Крош! Где ты был? Мы тебя везде искали! Вот тут... Потом будете обниматься! Быстро! Быстро! Люсьен, я знал, что ты придешь и спасешь нас! Мам, смотри, дяденька похож на Каллигарю. Ой, Каллигарь это выдуманный персонаж. Настоящим героем нашего времени. Итак, мы начинаем шоу Жульена. Быстрее. Ты забыл про Пина. Какого еще Пина? Он здесь. А Пина в следующий раз. Сегодня никаких сюрпризов. Все. Без Пина я не пойду. Ай, как вы мне все дороги. Открывай. У нас от этой секции нет ключей. 365-я серия «Побег из башни смерти». Привязывай троса к двери. Тревога! Я, наверное, ранен! Пришлите подкрепление! Этот! Кто вы такие? Что вообще происходит? Давай уже! Лучше не спрашивай, дружище. Представь, что тебе снится кошмар, и расслабься. Приплыли. Сюда! Бистро! Сюда! Le fond de quai de l'effectant, le prêt de sang, les rampes, le top collègue, pour faire le temps. Enfin, l'enquête, prêt de l'être, c'est sur l'être, l'aigle, et le soleil des congrès, le répandre. Enfin, on va se faire qu'ils sont les faibles, mais je me fais nos peines, quand vous les chers sous vis et qu'être, les faibles, ok, bon, non. Engage!
вас носит. Все чисто. Пошел. С погодой сегодня что-то не очень. Говорят даже, что со стоянки сорвало парочку дирижаблей. Поэтому самое время вернуться на открытие шоу Жульена. Чтобы купить себе новый шампунь, который зовут, как и меня, Жульен. Так, после рекламной паузы, сцена номер 18. Вы еще не соскучились? Тогда мы возвращаемся к нашему герою! Кто же это такое-то? Вроде цела. Ну где этот баран? Три минуты до эфира! Иду! Иду! Это мы удачно зашли. Вы что тут делаете? Я вам сколько раз говорил, что с товаром на студию не приходить. Вы что, меня подставить хотите? Босс, это вы не поверите, это просто праздник какой-то. Там был такой очкарик, ботаник. Он сам все отдал. Ладно, вы, конечно, еще те кадры, но можете иногда приятно удивить. Ну, босс, пока вы отвлекаете город своим шоу, мы можем украсть все, что угодно. Ну да, ну да. Ларюга! Заставку! Заставку давай! Заставку! Ступи-ду-би-ду-би-ду-дом. Остался только один поезд. Ничего, обойдусь. Ну, шевелись же. По-настоящему. Люсьен! Копатыч!
моя, ты почти спасен. Все залезли. Не совсем. Держись, синоптик. Да! Кто-нибудь умеет управлять дирижаблем? Я нет. Чисто теоретически, да. О, ёжик, смотри, это камера. Она записывает. Вот я сейчас тебя запишу, и даже когда тебя не станет, при наших обстоятельствах это может случиться очень скоро. Запись найдут, увидят тебя и узнают, что жил такой вот замечательный ёжик. Только бы больше не колбасило. Где мы? Где-то над морем. То ли нас давно несет в открытое море, то ли мы болтаемся по кругу. Я вижу какой-то огонь! Какой огонь? Да! Огонь! Это город! Да давай же, давай, давай, жми что-нибудь! Это что? Давай, дай мне! Иголки. Это же наш маяк. О, только посмотри, дизель еще не кончился. Всего, что с нами произошло. И хотя рано подводить итоги, все-таки некий результат вырисовывается. Всегда, даже самому геройскому герою, нужен тот, кто придет и хотя бы чуть-чуть, на миллиметрик, на миллиграммик, самую капельку, поможет. Ну, мы уже пришли. Нет, еще не пришли. Понимаешь, очень трудно подбирать слова, когда тебе переполняют эмоции. Но сейчас я чувствую себя абсолютно спокойно. И поэтому мне очень легко говорить, что все, что я делал для тебя и ради тебя. Когда она, слышите, опять начнет? Скоро, очень скоро. Раньше, чем ты бегать. То, что нужно. Празднично, но не праздно. Ну, сколько тебя можно ждать? Иду. Я готов! Олесь! Я могу, наконец, открыть глаза. Да, теперь да. Сюда. Это он? Да.
мой дом. Ага! С очень прочной скамейкой. Удобство на улице. С печкой и огородом. И с печкой, и с огородом, и со встроенной бытовой техникой. Ты слышишь? Ага. Уже давно. Везите меня в него скорее. Сейчас. Нет, дружище, ты пойдешь к нему сам. Вы чего? С ума сошли? Мне еще нельзя ходить. У меня все болит. Посадите меня обратно. Вы меня угробите. Это будут твои первые шаги здесь. Давай, давай. Иди в домик. Ну, коль у меня теперь есть дом, то приглашаю вас в гости. Друзья мои, внимание, друзья мои, фотографии для истории. Я одного не пойму. Если мы ушли в подполье, Калигари ушел в подполье, кто вообще остался на легальном положении? Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. Он летает самолет. У пилота есть забота, если вдруг пилот уснет. Потому когда, приятель, ты надумаешь летать, не забудь, что ты летатель, и не смей в кабине спать. У тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою облака. И встряхнуть ты можешь только до земли летишь пока. Очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. От винта. Да, староват я стал для таких полетов. Мы приплыли с моря помогать!
вам удалось их схватить? 637-я серия. Объятие железной няни. Эй, вай, мэ, шайтан, смей, шайтан. Абхи, покарай, пити, пан, лара.